Миниатюрному псу в приюте кличку еще не дали, но между собой волонтеры называют его Кудряшкой. Для малыша ищут хозяев, которые будут уделять должное внимание уходу за его шерстью. Кудряшке около 4 лет. Он долгое время жил на улице возле общежития Новотутина. Местные жители его подкармливали и пускали переночевать в подъезд, но домой никто так и не забрал. Пошла, как всегда, весеннее обострение, попал в стаю, ранили ранку и привезли сюда уже. Ну, не сильно вредили лапку, слава богу, как бы лапка зажила уже, адаптируется, легче встает на лапки, уже не хромает. Этой грозной охраннице меньше года. В приюте говорят, она станет хорошим другом и защитником для любящих хозяев. 2 недели назад ее привезли с турбазы «Чусовая». Там собака бегала несколько дней. Волонтеры уверены, у пушистой красавицы были хозяева. Одной из причин, по которой она могла оказаться на улице, считают авитаминоз. У собаки ухудшилось состояние шерсти и кожи. После курса витаминов она идет на поправку и уже готова отправиться в новый дом. Общается хорошо с животными, не агрессируется к ним. К людям она тоже хорошо. Характер у нее такой. Коли она еще подросточек, ей все играть надо. Активная девочка. Эта сильная и активная овчарка хорошо ведет себя на поводке, не агрессивно ни к людям, ни к своим сородичам. Девочке около 4 лет. В приют собаку привезли в выходные. Информацию о ней волонтерам сообщили горожане. Животное 2 дня бегало возле магазина на площади. Думали, что как бы пришла с хозяином, просто отцепилась. В магазине искали, спрашивали, чья собака, так никого не это. Не нашли. Сейчас ищем хозяев. Просим отозваться или кто-то хоть знает по этой собаке какую-то информацию, кто хозяин ее, просим сообщить. В Первоуральский приют приглашают горожан со своими питомцами на бесплатную консультацию ветеринара и стерилизацию домашних животных. Врач будет принимать 25-28 марта и 2 апреля на базе приюта. Прием будет вестись строго по предварительной записи.